принципе, лучше животных руками не трогать, а какими-то предметами. Тогда они не так пугаются. Вот когда она думает, что это естественное препятствие, начинает его бодать. Вот. И постепенно успокаивается. А рука все-таки она более такой жесткий раздражитель. А ну забери пальчик. Оп, все поздно. Давай в центр посадим. Давай еще будем. Стандартно хорошая поза. Вот так вот. Есть очень много трудных областей фотографии, но съемка природы отличается от этого тем, что она абсолютно непредсказуема. То есть, как бы вы хорошо не знали объект, в любом случае вы приходите, вы не можете ни за какие деньги поставить ни лося, ни косулю, ни птичку на это место. Вы должны это все приготовить, а как оно сложится, это зависит от... Куницу один раз пытался сфотографировать. Каждое утро в селе я выходил в 5 часов утра на то место. Я знал, где у нее схованка. И вот выходишь, садишься с фотоаппаратом. Ну, бывают моменты приятные, потому что вот ты ждешь куницу, а раз рядышком зимородок появляется. Причем зимородок очень игривый, он чувствует, тут зверь, он чувствует, да, когда ты хочешь к нему, когда ты к нему с негативными какими-то эмоциями, как охотник, да, когда ты с ним, когда хочешь просто его сфотографировать, так вот зверь еще начинает играться с тобой. Часто вот, вот зимородок играется, он так игриво высматривает. Вообще птицы игривые очень. Допустим, или кулик тоже. Вот кулик, он спрячется, вот так выглядывает, вот он глазом выглянет, и один нос его торчит. И вот он знает, что ты там сидишь. И вот он видит твой фотоаппарат как глаз. И он еще так поиздевается над тобой. Вот, то есть, много. Это очень такая непредсказуемая вообще сфера. И когда вы, скажем, снимаете, образно говоря, хищника, вы должны думать как хищник. Если вы снимаете копытных, вы должны думать как копытные. Если вы попадаете в этот, скажем, умственный горизонт, то все намного проще, вы понимаете животное. Животные такие же существа, как и мы. Ну, это, знаете, как поведение в гостях. Вот почему-то, когда люди приходят в гости, у них же нет желания там поломать мебель, правда? Ну, воспитанных людей. То же самое здесь. Вы пришли, поснимали тихонечко и спокойно уходить. Вы должны жить по тем законам, которые там.